Поехали. Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Я и правду так весь день уродливо выгляжу. Нет, ты выглядишь так всю жизнь. Вспоминаем, как по заброшке бегали и Арсений в канал упал, а потом грязный по центру города ходил. И это смешно, дебил? А если бы он голову разбил? Да мама. Что, мама, вы вообще соображаете, что вы делаете? Зачем надо было туда идти? Да мама, это уже прошло, это уже смешно вспоминать, хватит. Это вам уроком будет, в следующий раз будете думать, прежде чем делать. Я перепутал. Всем добрый день. Я вот собрался на пробежку, думаю сегодня пробежать 10 километров. Багара, 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 багара. Багара, багара. Мы так друг друга любим, вы просто представить себе не можете. Желаем тоже найти вам свою любовь. Фу, у тебя так с рта воняет. У тебя, думаешь, не воняет? Нет, не воняет, фу. Ребят, вы знаете, как сильно я люблю готовить. Вот купил специальные макароны, чтобы приготовить лазанью. Надеюсь, получится очень вкусно. Багара, 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 багара. Ребят, всем привет! Я начала читать вот эту книжку, она очень интересная. Иди быстрее, здесь бумаги нет, жопу нечем вытирать. Иду. Багара. Кто там еще? Здрасте. Здрасте, извините, а у вас соли не будет? Извиняюсь, а у вас тоже свет отключили? Нет, все есть. Хм, странно. Кстати, это не вы в подъезде курите? Воняет жутко. Нет, я вообще не курю. А вы слышали, что у Зинки из четвертого этажа уже третий день метеоризм? Что за метеоризм? А и что-то с космосом связано. У нас сегодня собрание состоится всего подъезда по поводу домофонов. Вы будете устанавливать? Да, конечно. Все, я вас записал. 18:00 ждем вас под подъездом. До свидания. Фух, наконец-то он ушел. Что еще? Извините, у меня дверь захлопнулась, а ключи я не брал. Можно я у вас посижу, пока жена не придет? Тебе не тяжело? Да не, нормально. Тебе не тяжело? Тяжело, конечно, что ты спрашиваешь? Помогла бы лучше. Здравствуйте, мне нужно фото на паспорт. Садитесь. Посмотрите, как вам. Круто, спасибо. Посмотрите, как вам. Ничего хуже я не видел в этом мире. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Возьмите, пожалуйста. Понял, мне надо. Вы все мыши. Я взял твою бусу, бэйби, ты красишь, мне охренеть нагру. Я взял твою бу. Ты не виделась с Мариной, я тебе про нее рассказывала. Ну ты понял. Ну ты понял, ну ты понял. Понял, ты понял. Понял, да? Да, это, конечно, было круто. А помнишь... А помнишь, небо помнишь сны и молчание. Максим, можешь мою сумку взять? Я хочу тебя взять. Как же ты задолбал, я ухожу от тебя. Уходи, дверь закрой. У меня теперь другой, мне не нужен больше твой домик. Виски, кола, королева танцпол. Что это за музыка? Вот в наше время слушали нормальные песни. Ай-яй-яй, девчонка. Ой, малый, в наше время форсили вот такие треки. Мам, можешь дать денежку, пожалуйста? Сынок, мне завтра зарплату дадут, и я тебе дам денежку. Мам, можешь дать кэш? Чай, рекламу запишу, мне оплатят, и я скину тебе на карту.
Ой, не плачь, не плачь. Баю, баюшки, баю, не ложись. Бэби, ты чё плачешь? А ты чё грустная такая? Да голова что-то болит. Голо-голо-голо-голо. Ребята, сдаем все дневники на проверку. Извините, а можно на следующем уроке сдать, а то я дома забыл. А голову ты дома не забыл? Голо-голо-голо-голо. Будем мыть голову? Голо-голо-голо-голо. Блядь, по голове себе постучи. Голо-голо-голо-голо. А можешь мне 11 айфон купить? Не дури голову. Голо-голо-голо-голо. Сынок, аккуратней там. Пойдем, сынок. Ребята, сейчас историю расскажу, просто бомбу. Давай. Ну. Короче, вчера шел в подземном переходе, и мне предложили купить последний билет в Супер Лото. И... Почему мне вообще не нравится? Ну, надеюсь, ты как можешь включить. Эй! Ну, многоточки, ну, конечно, хорошие. Ну, да, ну, нечего такие. Что, мне тоже можно на коррекцию сходить? О, слушай, так а тебе бы френч подошел. Я вообще-то рассказываю! Да, и френч, и страх. Так, можно на руку пойдем? Да, погнали на руку, чтобы я не делал, да, идем. Пойдем. Какой у тебя цвет любимый? Красный. У меня синий. А у тебя вообще есть какое-нибудь хобби? Вот. 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 Вот.